В Волжском районном суде прошло первое заседание по делу о ДТП, которое произошло в районе пересечения улиц Комсомольская и Московская. Напомню, авария случилась в июле. Отечественная легковушка, которой управлял 23-летний Юрий Козырев, насмерть сбила пешехода. В социальных сетях появились кадры ДТП. На них видно, как «Лада Приора» на скорости наезжает на пешехода. От удара женщину отбросило в салон троллейбуса номер 5, в котором находились 8 пассажиров. Я сразу пошла вытаскивать пострадавшего, который находился в легковой машине. Сработала подушка безопасности. Мне помогли какие-то еще мужчины, вот, его вытащить. Он все кричал «ноги, ноги». Потом начал просить, мы его положили на тротуар. Вот. И я пошла смотреть, что с той женщиной. Я когда поднялась по ступенькам в переднюю дверь, вот, она еще дернулась, наверное, вот, в предсмертных конвульсиях. Вот, и ну, сразу видно было, то, что ее не спасти, она умерла. Отвечая на вопросы судьи, Юрий Козырев рассказал, что имеет высшее образование, служил в армии, не женат, детей нет. Работает санитаром в одной из медицинских организаций Саратова. Согласно его показаниям, он спешил на работу. Органы следствия пришли к выводу, что вину он признал частично, поскольку, несмотря на предъявленную ему на обозрение судебно-медицинскую экспертизу, в которой было установлено, что он находился на момент в состоянии опьянения, он данный факт и не опроверг, и не подтвердил. По данным гособвинителя, водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако свидетели аварии утверждают, что не чувствовали от Козырева запах алкоголя. Тем не менее, данные экспертизы также подтвердили, что в крови у водителя был алкоголь. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. Сегодня судья выслушал только часть свидетелей. Заседание перенесли на 16 октября. Полина Попенец, Роман Шельдяев, Саратов 24.